Шалом честной компании. И вам не кашлять. Очень рад вас видеть. И вдвойне рад, что не придется здороваться. Надеюсь, вы в курсе, какая сейчас самая важная проблема. Проблема? Хорошо, что напомнили. Петро Алексеевич, мне тут как раз напомнили про проблему. У меня проблема с рейтингом. Понимаю. Сначала был ого-го, потом падать начал. У вас когда падать начал? Да практически сразу. Причин много. Неразборчивые связи на работе, переволновался, переобещал. Увидел свою раду при дневном свете. Понятно. Надо лечиться. Конечно, надо лечиться. А если мы все вместе возьмемся за борьбу с эпидемией, коронавирус так и сам сдохнет от удивления. Правда, потребуется немного денег. Точно! Деньги? Спасибо, что напомнил. Ну что, Европа, бабки отдавать собираешься? Не отдашь добровольно, тобой займутся специальные люди, которых я пришлю. 3-4 миллиона. В общем, мы должны взять ситуацию в свои руки, после чего обязательно помыть их с мылом. Потому что если еще и мы заболеем, это будет еще тот номер. Лучше не скажешь. Номер. Не отключайтесь, я на секунду. Ну, какой номер для Гааги подготовили? Гаагский трибунал нас затребовал. Конкретно задолбал. Нас там не было. Мы не могли по Боингу стрелять. Ваш гадский трибунал, хрен докажете. Ваш Боинг сам упал. Сила тяжести. А главное, что судьи кто? Дебилы, блядь. Отлично, только не трибунал, а суд. И не гаагский, а голландский. Не забегайте вперед. И самое главное, коллеги, это избежать паники. Объединим наши усилия. Всего доброго. Сарочка, можешь радоваться. Твой Биби теперь еще и большой борец с коронавирусом. Пусть попробуют не сделать меня премьером. И да, о действительно важном. Я тут к ужину купил чудесного карпа. Слушай, Сандерс, Биби напоследок сказал, что нужно избежать паники. Где Байден? В магазине. Очередь за гречкой занял. Там еще воду дают по 10 бутылок в руки. Так что же мы сидим? Биби сказал, что нужно объединить усилия. Втроем мы возьмем 30 бутылок воды. Байден, скажи, чтоб за тобой не занимали.